У меня появился настольный мини-штатив для того, чтобы снимать обзоры дома, но также брать с собой куда-то в поездки. Возможно, пригодится для съемок полочек в магазинах. Ссылку я оставлю в описании. Это совершенно не реклама, приобретали за собственные деньги. Где-то за 600 или 700 рублей со скидкой. Было одним из главных условий – это гибкие ножки, для того, чтобы можно было крепить где угодно. Благодаря вот этим вот гибким гнущимся ножкам, они прорезиненные, можно крепить на деревьях, на батарее, на каких-то трубах, заборах, дома, на шкафах, на ручках. В общем, максимально включаем фантазию и пробуем. Также одним из условий для меня было, чтобы площадка была и для цифрового фотоаппарата, не только для телефона. И, что очень немаловажно, площадка крепится на подвижной такой шарнирной головке, благодаря чему можно отлично регулировать угол наклона вашего устройства, снимать не только горизонтально, но и вертикально. Сейчас я продемонстрирую. Также обратите внимание на красное кольцо, оно ограничивает максимальный угол раздвижения ножек. То есть сейчас, если здесь вот мы видим, пазы ножки входят в более глубокое отверстие, соответственно, мы можем расставить ножки вот настолько максимально широко. Также можете еще ниже опустить его. Получается такой осьминожка. Я пока все это выпрямлю. Если мы кольцо сдвинем, пазы будут менее глубокие, то видим, что максимально раздвигаются ножки вот так. Для телефона вот такой держатель. Здесь такая мягкая основа. Два отверстия для прикручивания к площадке. Я не по центру креплю, потому что у меня кнопки, здесь клавиши есть, чтобы не давить. Очень плотно сидит. Мы накручиваем до максимума. И, соответственно, сейчас я покажу, что сейчас можно снимать, съемка идет горизонтально. Если нам нужно вертикально, здесь есть углубление, немножко ослабляем головку, начинает сразу падать телефон, вы видите, против часовой стрелки. И здесь вы можете регулировать любой наклон, а также его переместить в это углубление, и получится съемка вертикальная. Если вам нужно перпендикулярно наклонности снимать, что-то показывать, то можете его вот так повернуть. Также вы можете снимать как на основную, так и на фронтальные камеры, потому что двигается, вращается на 360 градусов. Также смотрите на видео, как я закрепила его на дереве.